Короткое лето в горах Памира, с июля до сентября, но все-таки лето. Единственная пора, когда караван может добраться до ледника Фетчинка. Там, на высоте 4300 метров, ждут смену зимовщики гидрометеостанции. 25 лет назад, во время второго международного полярного года, была создана эта станция для изучения одного из величайших ледников мира. Ледник непрерывно в движении, которое зависит и от ветров, и от солнечной радиации, и от многих других атмосферных явлений. Теперь новая группа научных работников будет продолжать наблюдение за ледником, простирающимся на 70 с лишним километров.